Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажи запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы расскажем, можно ли отличить оригинальный аккумулятор для iPhone от копии. Для начала нужно понять, какие бывают вообще аккумуляторы. Бывают. Первое. Оригинал. Второе. Восстановленный. Третье. Копия под оригинал. И четвертое. Это копия. Теперь же перейдем к самому главному. Как же их отличать друг от друга? Приступим. Данный аккумулятор это на iPhone 5 оригинал. Это копия под оригинал. Это копия. Дальше переходим к 5S. Это оригинальный аккумулятор. Это копия под оригинал. И это копия. Переходим к 6. Это оригинал. Это копия под оригинал. И это копия. Вы можете убедиться здесь, что у всех аккумуляторов отличается маркировка друг от друга. К примеру, оригинального аккумулятора отличается от копии. Но вы должны вас огорчить, что по данному признаку отличить оригинал от копии невозможно. А причина заключается в следующем. На данных аккумуляторах вы можете видеть, что стоит разная маркировка. Что на оригинале маркировка отличается от копии. Но по данному виду определить оригинал от копии нельзя. По следующей причине. Потому что оригинальные аккумуляторы, когда выпускаются, то есть они выпускаются разными годами, и у них отличается маркировка. То есть там десятки-десятки видов маркировки. То есть все мы перечислять не будем, потому что это бессмысленно. И расскажу по следующей причине. Потому что те заводы, которые производят аккумуляторы копия, либо копия под оригинал, они 100% дублируют маркировку от оригинальных аккумуляторов. Соответственно, маркировка какая будет на оригинале, такая же будет и на копии. То есть, к примеру, если разобрать 10 разных телефонов разными годами производства, допустим, iPhone 5S, вы убедитесь, что на всех этих аккумуляторах почти стоят разные маркировки. Соответственно, данный метод полностью отпадает. Перейдем ко второму способу, как отличить оригинальный аккумулятор от копии. Здесь у нас представлено по 3 аккумулятора разного качества от 3 моделей телефонов. iPhone 5, 5S и 6. Но на 7 iPhone отличия точно такие же, как и на данных аккумуляторах. Приступим. Оригинальный аккумулятор от копии можно отличить по цвету. То есть как? Оригинальный, он более такой бледный. Копия, вы можете посмотреть, вот они справа указаны. Они более белые, яркие. Но если аккумулятор восстановленный, его от оригинала отличить невозможно. Если аккумулятор копия под оригинал, его тоже отличить невозможно от оригинала. Подведем итог. Оригинальный аккумулятор от восстановленного отличить невозможно. Оригинальный аккумулятор от копии под оригинал отличить тоже практически невозможно. А можно только отличить оригинальный аккумулятор от копии. Это по цвету. Копия более белая и яркая. А теперь я вам расскажу по работоспособности каждого аккумулятора. Оригинальный аккумулятор, ну естественно, как бы к нему вопросов нет. Восстановленный аккумулятор – это самый плохой вариант из всех вариантов. На них лучше не попадать. Копия под оригинал. Примерно на 20-30% хуже от оригинала. И копия тоже процентов на 20-30% хуже от оригинала. На данном видео мы вам рассказали, можно ли отличать оригинальные аккумуляторы от копии. Какие бывают аккумуляторы, какие лучше покупать, а каких лучше опасаться. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.